поцелуй был страстный с цыганом. Суй, это же пиздец, блядь. Потом буду в камере вот это рассказывать буду, нахуй. И она так тяп-тяп. Она вот так должна гудеть. Тяп-тяп. Доставай бабки, матери, звони бабушке. Пусть шлют. Я номер карты тебе продиктую. Да, нормально, никаких фото, никаких подойдет. Комментариев, никаких фото, не комментариев. Давайте. Целый автобус фанатов опять привезли. За мама, блядь. Сколько тысяч лет, блядь. Не привет. Говори. Привет, 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 Сём, привет. Вы не знакомы? Привет. Никитос? Это Лёш Смирнов, наш режиссер на Полупанов. Это Никита Кологривый. Очень приятно. Да, артист. Мы никогда не видели, да. Вы знакомы, Никита. Я знаком. Наш шеф с ребятами. Да. С ними кайфово, я вот с ними кайфую. Да. То тут, то там, то в Минске, то где-то еще, в Новосибирске, где-то еще. Да, я сейчас там тоже, как вы, видишь, мучусь, кручусь. А ты же в новом нашем офисе-то не был, получается? Не был, вообще не был. Я ж не хочу. Так, что, похаваем сначала? Конечно. Конечно. Полный ноунеймы. Просто, короче, у них из бэкграунда был только КВН, у них нет ни образования сценарного, ничего. Долбили, долбили, годы, блядь, долбили. Вот в одно, они постоянно втроем что-то на троих придумывали. Ну, потому что у них есть ансамбль такой органический, да? И они, короче, в итоге просто пошли на какой-то даче, блядь. Вечером сели, бухали. Вот так включили телефон. И давай, короче, просто разгонять в телефон. Ну вот, что-то там, короче. Какую-то разогнали, смонтировали, выложили. Просто в Инстаграм на нулевые аккаунты. На никакие, блядь. Лежу, короче, фидбэк идет от зрителей, блядь. Ну, даже не то, что там от мамок, от друзей, понятно. Просто идет прям фидбэк. Нравится. Да. Да. Мы такие что-то раз, блядь. И в итоге, короче, когда, ну, еще год назад на Рутюб приехали, Рутюб такой говорит, что у вас есть? Вот надо UGC, легкий какой-то контент. И мы просто с телефона вот это показали, то, что они, блядь, на даче наснимали. И они такие, блядь, прикольно, давай делать. Для Рутюба сделали буквально 5 серий, нормально. Ну, поменяли там продакшн, чуть-чуть увеличили, там что-то подрасписали. Нам это просто в один момент был какое-то общее собрание в холдинге, там, Рутюб, ТНТ, Премьер. И, короче, ТНТ вроде, блядь, Аркадий Водахов берет такое, это смотрит, говорит, бля, прикольно, давай, говорит, распишем это пошире. Ну, не по 5 минут, а по 24, чтобы 8 серий получилось. Мы, блядь, такие, да по***, давай распишем, блядь. Все, ТНТ закатило, мы сняли пилот, позвали режиссера, и пилот вкатил, короче, они сезон купили, да, блядь. Пацанов там обзавязали легкий взрослый каст, потому что они сами втроем молодые, просто персонажей там повзрослее прописали, там как раз Цапник вот должен сняться, короче. Да, ты деньги-то снял с карты? Что, думаешь, Сёма будет платить? Он хоть и продюсер в Пензе, денег нет. Да не, братан, на хавчик-то, блядь. Он продюсер, но денег у него немного. Ну, мы на дошек. Какие дошики? Думаю, историю грустную, что ты, блядь, тут тебе в Пензе поймали тебя бандиты. Так я тебе вчера все деньги скинул. Сказал, скидывай бабки мне сюда. 800 тысяч. Что там, Рябзин? Улица Московская. Мы на других улицах. После того, как я стал звездой, не обедаем. Нам теперь только улица Московская. Да, Данька? А что ты звезда, тебе кто сказал? Как же? Мама. Блядь. Понял. Мама сказала, что я очень красивый и талантливый. Я не сомневаюсь в ее словах. Бесспорно. Ни единой секундочки. Лази, мой дорогой. Как тебе улица Московская? Что говоришь? Красивый, я говорю, как тебе улица Московская? А давай через Класс. Пенза. Бомба. Стрит-кафе. Это куда мы зайдем с тобой? Сейчас я зайдем. Есть вариант. Куда мы с тобой в прошлый раз ходили? О, мы ходили, блядь. Много где ходили, понимал, ходили. Это вот та самая, да. Класс. Центральная пешая улица Московская, да. Здесь вот принято ходить туда-сюда, туда-сюда. Принято ходить. Туда-сюда, туда-сюда. Да, это же очень полезно, хождение туда-сюда. Ну да, все верно. Ты, Сёма, высокий, ты так на вафли на такой не будешь ходить. Надо, блядь. Надо вперед. Что? С кем? Да с ним, конечно. Со мной? Идите, девчонки, идите, фотайтесь. Давай. Сука. Сема, можно фотографировать?
Тут он знаменитее, чем я в своем городе. Тут он на своей территории, блядь. Все плохо с тобой даже фоткаться. Тут он на своей территории. А ты точно звезда? Все, спасибо. Я говорю, слышь, в родном городе. Это что за хуйня? Почему со мной не... А ты бы еще, знаешь, какие очки надел? Вот вообще, вот так масса сварочная надел. Панама такая. Ты здесь оставил? Да. Сейчас поедим, и мы с Семой по традиции на перегонки. Вдоль улицы, кто первый? Ой-ой-ой. Где груша, марни. Все, хватит. Сотеция есть? Сейчас у молодого подберем. Бабки сюда. Бабки сотрудника уходят. На. На джеб. На джеб, да? Да. Все, ладно. Первый удар джеб. Джеб, да? Ну, смотри. Бай, вот это шаг, человек. Беспонтовый, говорит, ты удар. Тут Маховской. Вот, все нормально, вот, у нас 5 ударов, давай. Вот. Одну секунду, я сейчас приду, мне от машины надо найти. Одну секунду. Давай. Сейчас приду. Ты аж сам улетел. Ну давай, ученик превзойдет учителя. Не лучший результат, но настойчивость. Ну давай. Смотри, сейчас вот это видео скидываем всем режиссерам. Вот он. Это новый чемпион. Шестьдесят три. Никто пока не побил. В Пензе. Самое дорогое здесь только твои виниры. И бомба. И хлеб. Все, отлично. Меню нужно будет? Да, нет. Да, нет. Тут попросим еще. Да, нет. Спасибо. Так, давай. Нормально. Да, здорово! Вот это Корлеоне, я понимаю. А всего 2 года прошло, пацаны. Привет. Нормально. Здорово, братцы. Знакомьтесь, это вот Даня. Мой парень. А, я имею в виду мой коллега. Мой парень. Ну, я в Москве уже 2 года. Там без парня опасно двигаться. Не поймут, как продюсеры. Нормально. Кайф, что вы тут? У вас подготовка? Сейчас просто работать. Там материал подготовить. Пойдем, я тебе покажу в наш офис. Пойдем, приветствую, ребята. Это УАЗик наш, если что. Приходите с нами, на рыбалку поедем. Никит, это твой офис? Пенсфильмаш, пока. Здорово. Здорово. Слушай, здорово. Все, вы мой вагончик вот это перепаркуйте на другую сторону. Чтоб... Вот здесь ресепшн. Здорово. Просто прикинь. Ну-ка. Нет, земли купили больше, короче. Это освоили. Дом просто. Серьезно? Домаш, нахуй. А Дани как раз же, у него прописки нету. Да вот, может, вы поселите, Дань? Нормально. Давай вот здесь сделаем, здесь моменты. Слушай, ну вот здесь можно теоретически плейбэк. Вот Никит, рум-тур сделаешь по хату. Рум-тур, поехали, ребят. Заходите. Заходим. Значит, здесь у нас ресепшн. Далее у нас спа-зона. Вот, собственно, стулья эти раскидываются. Это у нас летний ресторан. Вот. Ксения, пожалуйста. Ксения встречает на ресепшене. Любые вопросы ей можете задавать. Собственно говоря, вот наш кабинет с Семеном. Здесь мы монтируем. Здесь у нас монтируем. И получается что? Вот. Получается, естественно, чудо. Ой-ой-ой-ой-ой. Как оно? Нормально. Как оно? Ты дорвался, брат. Поздравляю тебя с покупкой. Да, нормальный покупка. Да? Да. А ты что, слушай, это полный привод у тебя? Слушай, ну там включай. Слушай, нормально, это сейчас вот, да, как раз под ты амбассадор, да, получается?
Мое лицо вот здесь. Приклеимся. Вот тут два твоих лица. Вот тут. И она так тяп-тяп. Она вот так должна гудеть. Тяп-тяп. Ты как сам? О, ништяк. Мы приехали. День добрый. Шеф идет и на работу. Ой-ой-ой. Кто-то меня. Привет. Здорово, дорогие. Ну что? Приездом. Приятно. Очень приятно. Пойдем. Пойдем. Слушайте, ребят, очень круто. Короче, здесь у нас зона open space, так называемая. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть здесь у нас до этого сидели... Кривая долина здесь? Сидели люди, да, по большей части. Мы сейчас их всех рассадили. Это такая свободная зона. Вот, ребят, вперед. В рамах как главное. Приветствую, да? Никита? Сейчас вставайте пока. Зачастую Никита, здесь мы говорим, как правило, общие большие собрания. То есть, если когда вот надо что-то там со всей командой обсудить. Здесь. Это чисто хай-тек Google. Да. Это вот как раз такая, блядь, зона места, где мы, ну, с командой в основном беседуем. Не, ребят, костюмы меняем. Ребят, не то, не туда, но это все мимо. Давайте варианты. Давайте варианты. Так, продюсер, пойдем. Есть шутка. Кстати, вот продюсер постпродакшн. Это человек, который все у нас ведет, все делает, за все в ответе. За все в ответе. Человек по постпродакшну один должен быть ответственный. А здесь, Сём, а здесь у вас просмотры, вы устраиваете материалы, правильно? Да, вот на... Здесь садитесь? Нет, мне кажется, это самый первый саньковский монитор, он вот так, не понимаете? Не, ну он как бы это, символ. Ну да, символ. Он на него смотрит и вспоминает. Ему просто знаешь, как непривычно, как бы. В Москве же оно все. Все перемены. О, переговорочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот это прикольно. Это мы когда сюда заселились, была черная стена, я говорю, не пойдет. Черная стена не пойдет, давай. Слава, я ее видел, был у тебя в школе. Да. Давай что-то сделаем, и вот. Здесь самое совещание проводим каждое утро стабильно. Офигенно, слушай, да здесь вон деревья, все светло. Не, серьезно, это же разные. Слушай, так вы тут можете что-то еще и снимать. А мы же снимаем, у нас уже сцены ездят, там, знаешь, типа офисные какие-то вещи, мы там здесь делаем. Конечно, используем это как. Вот я и хочу создать на себе мультиплощадку. Антон, я в кабинете. Я в кабинетах. Вот здесь вы располагаетесь. Чувствуете себя как дома. Ложитесь, садитесь вон фантовым, добрый, коловым. Слушай, он не массаж, он ног делает. Но где можно сделать? Я могу вот так лечь на стол? У нас же есть ноговомассажная. Я тебе попозже скажу. Ноговомассажная? Если что, хотите пить, угощайте. Ноговомассажная? Ноговомассажная. Пензенская знаменитая ноговомассажная? Да. Это главное. Опять ко мне, блядь. Короче, это, что, пацаны, ну я вам скажу, что мне очень нравится, вы красавцы, конечно. Это еще не все. Хорошо, что вы, конечно, убрали эти два детских садика и детдом с этой территории, блин. Откройте павильон внизу, пожалуйста. Постпомещение, да. Это совсем. Я имею в виду, вот у тебя есть павильон, да? Да. Условно говоря... И вот у тебя есть вот там вот сарай, и, условно говоря, одну сторону этого сарая... Пойдем. Здравствуйте. Одну сторону этого сарая, понимаешь, одну из сторон внешних, можно сделать как какой-то приветствие, какой-то блиндаж. Ага. Или еще что-то, потому что я считаю, что Пенза это тоже город, и, условно говоря, можно тут военную историю. Да, согласен. Но у нас с локациями, сам знаешь. Сейчас она актуальна, военная история. У нас на офис все не заканчивалось, много всего еще есть. Ну тут все, что, люди сидят просто. Ну, понятно, что. Работа, сейчас еще одну важную вещь покажу. Она выглядит понятно, но очень важна. Гуччи, привет. Гуччи. Ну ты вот хороший, здравствуй. Домой. Ну что, погнали? Покажите кое-что. Хочешь, я тебе кое-что покажу? Показывай, как хозяйка. Привет. Никита? Привет. Здравствуйте. Никита. Здравствуйте. Прошу прощения. Бухгалтер. А самое основное, блядь. То есть это вот юристы, бухгалтера, все возможности, как говорят. То есть те, кто работает бумагами, это брат. Да. Никита, сфотографироваться просто. Я хочу. Не откажешь. Пойдем. Классно, девчонки. Классно. Офигеть.
фотографируйте сами там, у вас... А, да, меня да. Знаешь, что бесит в вашем фотографии городе? Что у вас фотографируются не со мной, а с ним. Давай. Типа, я говорю, это вообще не гостеприимно. Сейчас я поправлю тебе. Микрофон? Микрофон поправим. Никит, поправочку по костюму. Все, вот так вот. Вот так вот по блиндажу бегаете. Вот. Что, только все? Не помнитесь. Да. Фотку? Угу. Да, отлично. Да. А, это видео сейчас. Тебя как зовут еще? Катя. Очень приятно. Поехали. Катя, делай вот снизу, тебе кажется, что ты 1.70 м. Давай. А Никит мне тоже. Харассмент высокого, да? Спасибо. Пошел. Сейчас вот тут подправим. Бери. Спасибо. Ну, это специально подводить. Я прошу, я начальник. Пойдем. У меня все должно быть больше. И зарплата, и... Привет. Привет. Алло. Друзья, с кем не поздравляю? Это у кого-то вообще. Знаешь, тебя как джип Ниссан. Супер. Мы тоже почему джип. Понял? Ну, нет, так. Есть? Я пацана привез. Покажите. Там, смотри, там... Там не как в Европе, но он очень старательный. Ага, все, принято. Очень старательный парень. Сейчас у нас там есть рукастый, рукастый, блядь. Че, погнали? Да, давай, что, погоди, давай, пацаны. Давай, давай. Давай. Пойдем ко мне, так еще. А я пойду. Контон. Я актер, они не постоянные люди. У них меняется каждый месяц, кто главный, и переносится из бара туда, в холодильник. По холодильнику сотрудники определяют, кто сейчас в этом месяце на сотрудничестве. Да, кто кем. А как тебе получится? Антоха. Сотрудники, Катя. Антон Игоревич. Антон Игоревич. Антон Игоревич, а вы... Так, нахуй. Сегодня я ничего не видел. Вот так должен говорить. Слушай, ну классно, пацаны, вообще. Вот. Спасибо. Слышь, Никит, можно заранее одну взять? Заранее. Да не вряд. Даня. Посчитай, пожалуйста, наш приезд, реклама, вся хуйня, да? 15. И обед пускай выплатит. Тимая? А нужна душевая? И мне нужна будет перед самолетом. Хорошо, сделал. Дань, ты поможешь мне, надеюсь? Конечно, и спинку. Ты мой помощник, ты должен меня мыть. Извини, Антох, ну Москва, брат, ой, там по-другому. Новые традиции. Я по райдеру только на BMW катаюсь, родной. Как? По райдеру только на BMW катаюсь. А это BMW. А, это Бэшка? Да, есть. Ну ладно, так и быть. Че, я как обычно, Никит, багажник? Это вот тебе достал, Антон. Сейчас поедешь, прицепом тебя нахуй. Я думал, багажник, смотри. Как обычно. Перчаточки боксерские. Че ты думаешь, тут никто боксировать не умеет? Присаживайтесь, и, в общем... Ты записал трек, да? Ну, нет, да. Да, я вчера. Дома, понял, хобби. Пензенские. Ты лучше хавай, пока дают. Тоже все просят за эту еду. Понимаешь? Это они добрые сейчас. Смотрел 12 лет вас. Такая же тема. Сейчас типа будешь работать. Давай паспорт. Дай паспорт посмотри. Ой, молодой такой. Сейчас отсерим, подожди здесь. Сейчас ребята подойдут, чеченцы. С ним пообщайся. Да не то, что интересно, но. Я считаю, что его можно затянуть на хороший проект. Спасибо большое. Очень вкусно. Эту земельку я выхватил себе буквально, знаешь, вот месяца два назад мне траншик пришел как раз. Газпромовский. Я траншик. Вот, да, траншик, говорю. Вот взял себе. Вот сейчас хочу кукушку эту подправить. Видишь, вот где часы, понял? Где часы? Сделаем электронные, понял, часы? Не будет, понимаешь, сейчас мир современный, я был сейчас в Штатах, там везде электронки висят. А кому еще кукушку подправишь? Сейчас вот, ребятки,
центра 250. Пацаны, 400. Ну, давай 500. Да, 500 садитесь. Мы москвичи, я звезда. Да. Ты что, не узнал меня, братан? Узнал, узнал. Серега лучше. Узнал, ты же это, прилучный. Да. Да, 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 это я. Надо нам придумать приключенческое кино, в котором будет сундук, в котором будет Сёма, например, ты, я и еще кто-нибудь. И сделать это на Алтае. Спасибо. Все, Дань, вот тебе там сняли хату, смотри. Вот видишь, пятый этаж. Так, а это что такое? Давай уводи молодежь всю отсюда. Сейчас батя найдет, он тебе нахуй устроит. Здорово, братан. С последнего прилета много чего поменялось. Слава богу. Слушай, я не знаю, я предлагаю работать вместе всем. Оставайся. Творчески. И потому что у меня сейчас куча съемок. Я имею в виду просто. И я во Вьетнам улетаю на полгода с сентября. Эрнст, да. Там главная роль, ну, первый канал там будет такой тяжелый. И у меня появилась сценарная группа творческая на зарплате. И у меня сидят, пишут. Вот я ему скинул все, что написали в последнее время. Я говорю, давай, делай. И у меня есть куча выходов на медийный, куча выходов на операторов. Вот я показал Зёму, что мы сняли. Он стоит. Ну, пацаны в кайфе говорят, блядь. Ну, я видел. Сторис, вот эти страницы даже какие-то. Ну вот, да, ну поэтому нету там я делал, братан. Там я делал, ну то есть я не дал шанса туда максимально залезть, как попытался, блядь. Но я собаку схал. Руководитель Пенсфильмаш Никита Калагривый. Смотри, как бы смотрелось классно. А, ой, привет, ребят. Извините, я так просто. Никита, подгон тебе. От Пенсфильмаш. Да, ты как раз хотел в душ сходить. Блин, опиши, пацаны. Что, реально? Ты только сказал про майку, мы оперативно все делаем. Да вы красавцы. Ты только сказал, мы тебе все сделаем. Я сказал всем. Если удобно, открой, смотри. Мне удобно. Прошло заявки до реализации полчаса максимум. Ребят, тайминг, конечно, был смысл. А вы сериалы также клепаете? Да. Ну, почти. Все. Смотри. Ну все, ребят, ну это символ. Это символично же, да? Конечно, это болгарский наш. Это символический день же, да, получается? Да? Ну давайте так и сфотаемся. Да. Пошли. Хорошо, так. Ну что ж, дорогие друзья, вот и мой автобус уходит обратно в Пензу, а самолет обратно в Москву. Пенза встретила меня прекрасно, мои друзья все-таки еще раз доказали, что они настоящие мужчины. Заботливые, участливые люди, самые настоящие. Поэтому, Пенза, большое вам спасибо за ваш город, за ваше гостеприимство, простоту, радушие. Очень надеюсь, что я вскоре буду бывать чаще и чаще.